Спонсором этого видеоролика является букмекерская компания MailBet. Давайте я о ней скажу пару слов. Доступна для пополнения популярная платежная система, а также Kiwi и Сбер. Высокий уровень надежности, все выигрыши и честно заработанные средства обязательно дойдут до своих владельцев. Есть официальное приложение для Android и iOS. Клиенты конторы защищены от мошеннических действий и других махинаций, поскольку деятельность контор регулируется CUPIS на законодательном уровне. Регистрируйтесь в MailBet по ссылке в описании. Используем промокод, который также находится в описании, либо сейчас на экране. Пополняйте счет на любую сумму и получайте бонусом до 19 500 рублей. Предложение актуально только по нашему промокоду. Ссылка в описании. MailBet лучше букмекерки нет. В первом раунде квалификации Лиги Чемпионов трудно найти команды, которые могут претендовать на выход в групповой этап самого престижного Еврокубка. Но даже в случае выбывания из квалификации есть шанс попасть в два других турнира. Наверное, поэтому Кайрат и Макаби Хайфа в первом матче боролись до последнего. В той встрече после первого тайма вел израильский коллектив, но во втором Нурали Алиб смог сравнять счет. В ответ на встрече казахстанская команда может уповать на то, что соперник проведет всего второй матч в сезоне, в то же время как сам Кайрат уже вовсю рубится в первенстве Казахстана. Но правило гостевого гола отменено, поэтому шансы клубов на проход дальше равны. Интересно, кому улыбнется удача в предстоящем поединке. Кайрат выиграл 4 последних домашних матча. Сделать ставку на успех казахстанского клуба может делать с коэффициентом 2.18 на MailBet. В 4 последних гостевых встречах с участием Макаби Хайфа забивали обе команды. Поставить на обе забьют «да» можно за коэффициент 1.76. В первой встрече было видно, что Кайрат присматривался к сопернику, но сейчас он уже знаком с большинством его трюков, поэтому будет в ответной встрече с первых минут атаковать, тем более у себя дома. Мы думаем, что Макаби подведет то, что форма игроков находится не на самом лучшем уровне, но в состав гостей вернулся Никита Рукавица, и поэтому для хозяева все может пойти не самым лучшим образом. Мы предлагаем поставить на победу Кайрата с форой 0 за 1.62 на MailBet.